Окей. Итак, ребят, мы с вами остановились читать. Мы читали с вами о том, что Джеронимо Стилтон искал для себя новый дом, и он, когда позвонил в агентство, да, и увидел, когда пришел в агентство, что это его двоюродный брат Трэп опять, да. И вот он начал показывать дома. Вот такой дом, но это было очень дорого. Потом показал такой дом, чуть-чуть поменьше, тоже оказалось для Джеронима слишком дорого. Потом вот такой вот разваленный дом, и это тоже оказалось слишком дорого. Вот такой вот дом, и это оказалось тоже слишком дорого. И тогда Трэп его привел в парк, Пармезана парк, и показал ему бесплатный домик, тот, в котором он уже ночевал, да. Но так как Джеронимо не хотел показаться очень таким грубым, вот что он ответил или сказал, да. Сейчас мы с вами начнем здесь читать. I didn't want him to feel bad. Итак, ребят, ну-ка, номер один, давайте читать, будем читать побольше. I didn't want him to feel bad, so I didn't tell him what that I had already Already. Discovered. discovered the little house in the night before. Thanks, I squawked. Squeak, Quick. squeaked. This will be just fine for now. No, No. no. As I stalled in again to my temporary home, I made plain as soon as my friends and relatives returned Returned. from vacation, I would ask for their help. Окей, very good. Давай переведем и потом на следующей страничке еще почитаем, коли у нас только три желающих. Так. Я не могу. Didn't want. Не хотел. Я не хотел. Я не хотел. Не хотел его расстраивать. Да, совершенно верно. So. Я не хотел говорить ему. Да, поэтому я не сказал. Поэтому я не сказала ему, что я что already Already уже, что я уже discover. что такое доскала? Discover – это открывать, да? То есть то, что он уже нашел, открыл для себя этот little Это house. маленький дом ночью Да, прошлое. ночью. Спасибо. Я Пропищал, сказал, скрыть. пропищал. This will be just это будет весело. Да, just fine. Хорошо для меня for now. Для меня сейчас. Да, то есть мне подойдет. На сейчас это подойдет. Лучший вариант. As I settled. Settled, да, то есть обосновался, опять зашел в этот домик, разложил свои вещи, да, вот там вот, again. Опять. И опять Temporary – это временный, в моем в временном временном home. доме. А что такое made? Сделал, да, то есть план. Я сделал. Я сделал план. Да, то есть написал план, составил план, как только, as soon as, как только. Как только мои друзья и reality, Relatives. а что такое reality? Родственники, родственники, relative. А что такое Returns. routine? Вернуться, return, возвращаться, да, вернуться. Вернуться Vacation, отпуска.
отпуска я начну. Я попрошу у них. Я прошу у них помощи. Так, very good. Так, please read for us a little bit more. Так, this is how I organize the little wooden house. Да? Это как он сделал маленький домик. А видите, он поставил сюда камин, такие шторки сделал. Смотрите, столик. Круто. Ага, смотрите, как он сделал домик. Вот как он его организовал. Так. Кида. Mattress. А, ну давайте прочитайте нам keep. Так, с чего, что было сделано? Так, давайте. Okay. Mattress made of dried oak leaves. Yes. The softest material from then it's very cold. Very good. Так, давай переводить. Читаем один, переводим два, переводим. Матрас да, вот сделан. Ок, это дуб, да, дерево такое. Из листочков дуба. Из листочков дуба. А что такое? Softest. Soft, oak. Softer. Самый мягкий материал. Самый мягкий материал для когда очень холодно. Да, то есть зимой больше он ничего не нашел. Вот видите, вот так листочки настелил от дуба, и такой у него получился матрас. Так, на борту. Что такое? Можете чуть-чуть наверх поднять? А, да, конечно. А что такое оук? Оук – это дуб, дерево такое, да? Оук, там, где желуди на нем растут. Оук. Да? Да. Вот такие вот листочки, вот, я не знаю. Вот видите, они такие... Так, номер два, так. Braided willow curtains, so the wind doesn't come in. Да, braided это плетеные. А, плетеные шторы. Да, willow, ребят, это вот это вот дерево ива, такие вот длинные веточки, вот смотрите, видите? И он их переплел, вот такие вот, видите, вот сделал. Это с ивы, веточки ивы, так. Плетенные шторы из ивы. So the wind, чтобы... Чтобы не продувало. Да, чтобы ветер не, да, совершенно верно, так. Number three. A simple cardboard box nightstand. Так. Simple. Так, что simple? Простой, простая. Простой. Nightstand это как тумбочка из чего? Из карбов. Из дерева. Не, из коробки, да, вот картонной коробки. Вот number three, я вам по... Где она? Вот, видите, вот здесь коробка. И вот такой ночной столик у него получился. Так, давайте дальше читать. Number four. Pine resin to shine my white socks. Whiskers. Whiskers. Что пин? Окей. Пайн это ель, да, дерево такое, как сосна даже, пайн, потому что fir tree это ель, это сосна. А реза это такая смола, смола. Знаете, такое липкое из дерева бывает, капает, и оно прилипает, вот это вот смола. Так, из сосны для чего? Чтобы шайн. Чтобы... Ну, шайн это блестеть, да, так, чтобы натирать, блестели мои whiskers. Мои, так сказать... Усы, да, усы. Чтобы усы у него красивые были, блестящие, так. Number five. A maple. Maple. Maple branch, branch to comb my fur. Fur. Maple, так скажу, это дерево, да? Это клен. Веточка клена для чего? Чтобы комб? Для... Чтобы расчесывать my fur. Мою шерсть.
Да, вот так. Number five. Давайте найдем. Вот она. А, вот она веточка. Вот кусочек здесь. Так, number seven. Well, five, six, Number pardon. six. Ага. Storage. Sport for Hannibal's food. Storage. А что такое storage? Это место для хранения, то есть полочка, там где что? Полочка для спорта. Не, storage spot это вот место, да, вот место для хранения, то есть полочка. Для чего? Для Для food food. Ханнибала еды. Да, там где еда. Давайте вам найду эту полочку номер 6. Давайте, ребята, посмотрим. Вот, видите, вот такая вот полочка вот здесь. Storage, даже бокс здесь, больше на коробочку вот здесь. Так, там где еда для рыбки стоит. Number seven, camping. Camping pants and Play. planters Yes. for males. Там, где... А что такое кемпинг? Кемпинг это для похода, да, то есть походные pans это кастрюльки, сковородочки, кастрюльки and plates. Тарелки. тарелки Тарелки. Для meal. для еды. Да, для еды. Так, номер 7 показать. Давайте я вам покажу. Сюда, номер 7, номер 7. Вот, видите, всякие походные такие кастрюльки. Вот это вот. Тарелочки. Вот. Так. Необычно маленькие поменьше размера. Так. Или такие, знаете, что слаживается ручка там. Так, чтобы было удобно брать в поход. Так, 8. Eight. Oopsie-dee. Upside down. Upside down. Flattened. To use as a stool. А что такое upside? Upside down, перевернутая. Перевернутая Ну, это как ведерко, вот видите, оно здесь вот такой вот горшок для цветков, видите, вот перевернутый горшок для цветков, Служит чтобы... сидеть. Служит Да, как стул. стульчик, стул. Nine. Fireplace, fireplace. Fireplace for cooking and keeping warm. Что fireplace? Fireplace это камин, да, ребят, камин. Камин для готовки и разогревать. Тепла. Да, и чтобы тепло было. Держать И тепло. тепло. Ten. Фотос. Photos of Benjamin and Tia, so I'd feel more at home. Фото Бенджамин и Теа, чтобы я радовался, Чувствовал себя. чувствовал себя дома. Да, то есть как дома было больше. Так, thank you very much, большое спасибо. Ой, прошу прощения, чихаю. Будьте здоровы. Bless you, да? Будьте здоровы, bless you. Спасибо большое. Так, thank you very much for reading and translating for us. Так, у кого номер два, продолжит нам читать новую главу. It's party time, время вечеринки. Итак, давайте. The next morning. The next morning, I washed my whiskers in the park's fountain, brushed my fur brush, my fur really well, and hidden It. the Warden's Gazette. I was ready to face a hard day of work, but when I entered the office, I was speechless. It was like a big party in town. Everyone was Laughing. laughing, joking, and toasting with cheddar smoothie.
My coworker Priscilla Reti Wishkers gave me an enormous bug. Hug. We rare heaven. We are saved. She screamed happily. The crisis at the Rodents Gazette is over. Really? But how is that possible? I asked the student. Stone. It's simple, grandfather. Schultz Pars explained. The crisis is over because it never really was a crisis. 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 What do you mean? There was no crisis. I asked my whiskers twisting in confusion. Confusion. О, ла-ла, what is happening here? Так, давайте переводить, ребята. Not nice at all, совсем нехорошо. Так, ну давайте переводить. Утром я помыл мои усы в фонтан. Да, в фонтане, фонтане парке. Помыл мои... Зачесал или прочесал? Причесал? Причесал мою шерстку. Ревела. Really well. Очень хорошо. Очень хорошо. И... И отправился? И отправился к Rodents Gazette. Так. Я прочитал... I was ready, да? Я был готов to face, встретиться. Я был готов встретиться день... Да, с тяжелым рабочим днем. But... Но я закопал, я entered, вошел в офис, я speechless, не мог сказать и слова, да, то есть пропал у него голос, speechless. Почему? Почему? It was like, как немой, да, был speechless. It was like a big party in there. Казалось, что там была big party. Что там была большая партия. Да, вечеринка, да, партия, вечеринка. Everyone. Что такое everyone was looking? Все смеялись, laughing, joking, шутили. And toasted. И говорили тосты. И радовались тосты, говорили, да. With cheddar смузи. Смузи это как коктейли, да? Чеддер это сырные. Сырные смузи. Да, смузи. Так, my coworker. Мой... Сотрудница, моя сотрудница. Моя сотрудница просила при... Pretty Whiskers была gave, сейчас посмотрим, gave me, да, gave me an enormous hug, то есть меня обняла, да, то есть меня обняла.
We are saved. Здравствуй. Yeah, we are saved. Мы спасены. She squeaked happily. Она пропищала радостно. Она радостно пропищала. Да. The crisis at the Rodents Gazette is over. Что такое crisis? Кризис. Кризис, да, то есть проблемы. Кризис, трудное время. От Rodents Gazette. Позади, да, то есть уже закончился. Позади. Реально? Реально? Да. Но правда-то? Это правда? Да. But how is that possible? Ну как это possible? Но как это возможно? I ask. Stop. Я asking student. Спросил. Stand. Я stand ошеломлённо. То есть surprise, да? Shocked. Как? А. Как закончено? It's simple. Это просто. Это просто. Дедушка. Шорт пау. Explain. Объяснил. Explain. Объяснил. Кризис позади. Позади. Because что это? Потому что. Потому что. There never really was a crisis. Потому что не было никакого кризиса. Ага. То есть кризис finished, потому что его вообще не было. What do you mean there was no crisis? Что такое mean? Иметь в виду, да? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Не было. Не было кризиса? Я спросил И мои whiskers, усы. Мои усы. Квесты, да, тут задрожали, закрутились. От чего? Задрожали от... Confusion, это как непонимание, да? То есть он был... непонимание. И я не понимаю, куда же пошли все деньги? Зачем нужно было Джеронима бедного выгонять из дома, если никакого кризиса не было? Сейчас мы с вами, ребят, будем читать и узнавать, у кого номерок 3 нам сейчас продолжит читать историю. Что же это дедушка Вильям задумал-то такое, а? Я. Бедный Джероним там спит у нас в парке по холоду. Так, давай читать. It was on the news. It was... On the news, Priscilla said, Sally made up the story about Bing is in financial trouble. The paper has really never done better. I turned on the television. The news reporter confirmed it. The crisis at the Rodents Gazette had been a hoax. It wasn't true. And Sally Redmotion has denied any response. Responsibility for the story. A moment later, Sally appeared on the screen. Scream in the forest. It's not my fault. Roger Money Moose messed up the accounts. Is it? She squeaked deaf. Defiantly. So what if I ended up selling
a few more copies of the daily read as a result. Result. Very good. Let's see how it's happened. Here is the answer. Вот ответ на наш с вами вопрос. Почему же так произошло? Итак, ну давай переводить. Это показали в новостях. Угу. Присыла говорила Сэлли. Угу. Сделала... Да, выдумала. Выдумала историю про конец... Да, про финансовые проблемы, да? Проблемы. Угу. Эта бумага правда... Не... То есть газета, да? Ее газета... я не знаю, кто с нами не читал, да, Сэлли, это... у нее своя газета, и они вот как соперники, да, вот. Поэтому вот она выдумала. И вот ее газета очень хорошо продавалась, эта история, да? Mm-hmm. Never done better. I turned on the television. Я повернулся к телевизору. Эти новости... Mm-hmm. Новостной репортер подтвердил это или как? Да-да-да. Mm-hmm. Этот кризис... это Родента газета был с обманом, да? Неправда, обманом. Оказался обманом. Это не было правдой. Угу. И Сэлли Редмоушен угу. Отрицала, Динайн отрицать. Отрицала any responsibility, любую ответственность. Ответственность из этой, про эту историю. Угу. Когда после одного момента Сэлли появилась на screen, экране. На экране. В этом... Это в мехах. Mm-hmm. Я не вижу где-нибудь. Это вот, наверное. Окей. Okay. It's not my это fault. Не... Это не мой... Моя ошибка. Или моя, вина. Моя ошибка. Моя ledger. Money Mouse. Это имя нашего мышонка, mm-hmm. который работает в банке, да? Это не моя вина, что Ledger Minnie Mouse messed up. Перепутал. Перепутал аккаунты. Да, счета. Угу. Это она крикнула. Сказала уверенно. Сказала уверенно. Угу. Тогда... Тогда почему я закончила... So what? Ну и что? Ну что, в чем проблема, да? Что я да. ended up? Так. Что я продала? Что я продала? Эфима. Немножечко так. больше. Немножечко больше копий. Копий? Ну, то есть это экземпляров, да, вот газетку там делают, экземпляров of the Daily Red. Of the Daily Red – это ее название газеты, ее, да, то есть у Джеронима Стилтон Роденс Газет, а это Daily Red, да, то есть ежедневная крыса, Daily Red, что я продала немножечко больше экземпляров Daily Red. As a result. Есть результат. Да, в результате, то есть вот этой ошибочки, она сделала хорошую статью и продала журналы, потому что всем было интересно прочитать, почему же известная газета стала банкротом, да, вот какая нехорошая мышка, это Сэлли. Так, ну давайте посмотрим, что же случилось с домом Джеронима Стилтон, что же будет дальше. Thank you very much, большое спасибо, ребят, подскажите, у нас есть еще четвертый номер? Да, у нас есть. 4 и 5. 4, Вероника, читай, пожалуйста.
А, давайте, Вероника, вот. What a dishonest. Давайте. Вероника, микрофон включите. What a dishonest robber. Rodent that slew mouse. Lion mouse. Had clearly invented the world story to sell more copies of her newspaper and because of her. I had to sell my house. Grandfather clapped his paw on my shoulder sympathetically. Then he gave my bag, my gold watch, my platinum pen, and my wallet. Here you go, grandson. He do it, but don't spend all your money in on place. You never know what might happen in the future. But grandfather, what about my house? I asked it in dismay. What will I do now? What do you mean? He dark, griefy. Very good. Let's translate. Давай переводить. Что? What a dishonest rodent. Какой нечестный... Rodent. Да, грызун, да? Какая нечестная мышка. That sly mouse. Sly – это хитрая. Это хитрая мышка. Had clearly invented the whole story. Специально invented. Специально... Выдумала the whole story. Специально выдумала всю историю этого, чтобы sell, продать more copies. Чтобы продать copies, more copies. Да, больше экземпляра. Чтобы продать большего экземпляра. Her newspaper, своей newspaper. Газета. Из-за нее. Я был вынужден что-то sell. Я был вынужден дома. Продать? Я был вынужден продать мой дом. Grandfather. Я был вынужден продать дома. Grandfather. Дедушку. Хлопнуть него. Пау.
лапкой, да, похлопал своей лапкой, my shoulder. Похлопал своей лапкой и мое... Да, по моему плечу, shoulder, sympathetically, и как мое... бы сочувственно, сочувствующе. Да, вот. И мое сочувствие... Да, то есть он похлопал по плечу, ну, как вроде ему сочувствуя за то, что он продал свой дом. И что потом? Then he gave me... Потом он сказал мне, He gave, купим... он дал мне, он отдал мне, gave me back, он отдал мне my gold он watch. отдал мне, он отдал мне мои золотые часы. My Мои, мои... Платиновый пен. Пен. Что такое у нас пен? Ру. Здесь. Ручку. And wallet. То есть он отдал ручку его... Каше. Кошелек. Да, то есть все, что он забрал у Джеронима, да, часы, ручку и кошелек, он все ему вернул. Вот видите, какой дедушка. Here you go, grandson. Он его... Да, ну да, here you go. Вот, пожалуйста, внучок, да? Ну. He boomed. Он Пожалуйста, закричал. Пожалуйста, внучок. But don't spend all your money. Но не не трать. Играй, не играй с моими Не деньгами. Трать, но не трать, да, все Не свои трать. деньги Не. in one place. На игрушки. Не, на что-то одно, да, то есть в одном месте Да. куда-то одно не трать. You never know. Ты не можешь копить. Знать, да? Ты не знаешь, what might Не happen. знаешь, в чем Что мне помочь. может, что может случиться in the future. Что может случиться В будущем, да? Future. В будущем. But grandfather. Но дедушка, что... Насчет? Что насчет моего дома? Я... I ask what is... Я... Спросил? Я не уверена, да? Вот спросил. Я спросил внутри... What will I do now? Что? Что я... Нет. Что... Я will do now. Буду. Что я буду делать сейчас? Что... Что я... What do you mean? Что ты имеешь в виду? Да, что ты имеешь в виду? He barked roughly. Это Баркер... Да, он прокричал. То есть дедушка прокричал, что ты имеешь в виду, что ты будешь делать сейчас, да? Дедушка прокричал. Вот видите, дедушка ему вернул часы, ручку, кошелек. А давайте же посмотрим сейчас, будем считать и узнаем, а что же с домом? Вернет ли дедушка ему дом? Или кому же достался дом? Thank you very much, большое спасибо. Я знаю, что у нас есть с вами номерок 5, который нами почитает, да? Grandfather. Grandfather, I don't have a home. I reminded him impatiently. Remember, you made me sell it so that you could have some extra cash to save the newspaper. Oh, yes, yes, of course I remember. He mumbled under his whiskers. Honestly, I think he had forgotten. Well, there's no need for you to make sacrifices anymore, grandson. He said, I'll give back the money you gave me to save the Rodin's Gazette. And he handed me a check. I dashed out the door, calling, thanks, see you later. I have something very urgent to do. I ran right to Trapp's new office. He was sitting at his desk with his paws up. When he saw me, he raised his eyebrow.
You again? He said. What can I do for... Там дальше нет. What can I do for... What can I do for you now, cousin? More problems? Just tell me what you need and I'll handle it. I'm not one to brag, but I'm the best. I gasped. Thank you very much. Stop. Very good. Вот у нас наш трэп. Сейчас мы посмотрим картинку. Let's translate. Давай переводить. Дедушка, у меня нет дома. Я ему напомнил неспокойно. Помнишь, ты меня заставил его продать, чтобы у тебя были дополнительные деньги, чтобы сохранить газету, типа новость? Да-да, газету, да. Конечно, я помню. Он промычал своими whiskers. А усами? Честно, я думал, он забыл. Теперь не надо тебе делать больше, типа рисковать. Да, никаких пожертвований, жертв никаких не нужно делать. Так. Внук. Он сказал, я дам обратно тебе деньги, которые ты мне дал, чтобы сохранить роду, он скажет. И он мне подал чек. А я выбежал из двери, говоря спасибо, увижу тебя позже. Мне было что-то очень важное сделать. Да. Я побежал в трап офис. Да. Да, там был офис трапа. Он сидел за своим столом с когтями. With his paws up, своими лапками вверх, да, то есть ноги на столе, лапками вверх, так. When he saw me. Когда он меня увидел, он поднял свои брови. Ты опять? Он сказал, что я могу сделать для тебя. Да. Вот видите, он как сидит, лапки у него здесь. Я опять увидел Джеронимо. Наверное, не рад. Ага, так, что я могу сделать для тебя? Двоюродный брат. Угу. Еще больше проблем. Скажи мне, что тебе надо, и я... Ну, в общем... Все, да, возьму свои руки, то есть handle it, как бы справлюсь с этим, решу. Я не тот, кого тревожить. Кто хвастается, да? Я кто из тех, кто хвастается. Хвастается, да? I'm the best. Я лучше. Да, то есть говорит, я могу все решить, я лучше. Так, давайте посмотрим, сможет ли трэп вернуть Джеронимо его новый дом или нет. У нас с вами еще есть время. Ребят, есть еще кто-то желающий почитать, те, кто не читал? Или мы к первому номеру возвращаемся, немножко еще почитаем? Марк, ты будешь читать? Марк? Да. Давайте. Так. А где остановилась? А вот здесь. I guess trying to catch my breath. Не вижу. А вот здесь. I guess trying to catch my breath. Brother. Breath. Breath. I had used run as fast as I could form the rodent's cousin. That series is a headline. Explained. A man there never was a series. Grandpa and gave my money and now I want my boss, but drop cannot sit on my head with his
Knock, knock. Anybody? Anybody know me? Home, home. You cat. Get You fork on minor. One minor. Detail. Now time to when you sold your house, you sold it. This there is nothing. There is nothing to be done. The only thing you can do is try to buy it, but then tell me how broken it. I demanded he took his nod. Very good. Let's translate. Так, давай переводить. Я не умею переводить. А, ну тогда я, да, переведу. Thank you very much for reading. Давайте я переведу. Так, I guess trying to catch my breath. Я вздохнул, пытаясь отдышаться. I had just run as fast as I could all the way. Я бежал как только мог и со всех сил с Rodents Gazette. The crisis is over, I explained. Кризис закончился, я объяснил. А я имею в виду, что не было никакого кризиса. Дедушка отдал мне все мои деньги назад. And now I want, и теперь я хочу купить мой дом назад. Вернуть мой дом назад. Trap knocked on my head. Trap постучал по моей голове со своей лапкой. Knock-knock, тук-тук, все дома? Он пошутил. Ты забыл одну minor details, маленькую-маленькую деталь. Cass, двоюродный брат, кузен. When you sold your house, когда ты продал свой дом, ты его продал. There is nothing to be done. Ничего не можно сделать. Единственная вещь, которую ты можешь сделать, это его купить назад. Then tell me, who bought it? Тогда скажи мне, кто его купил? Я просил, настаивал. Он покачал головой. Ну, вот здесь мы с вами, ребята, я думаю, закончим, чтобы было интрига, кто же купил этот дом. Да. Извините, я не поняла эту страницу. Что именно? Я объясню. Джеронимо пришел к своему брату Трэпу, потому что его брат занимается продажей, да, домов. Продает и покупает дома. И попросил, чтобы он помог ему вернуть его дом, который он продал раньше, чтобы спасти газету. Но двоюродный брат ему сказал, что ты же его продал уже. Чтобы вернуть, нужно его купить назад. А и Джеронимо спрашивает, а кто же купил мой дом, кому обращаться? Но здесь Трэп покачал головой и, наверное, не хочет говорить, кому же сейчас принадлежит этот дом. Ладно, спасибо. Угу. Ну вот кому он принадлежит, я думаю, мы уже в следующий раз прочитаем, потому что здесь 5 минут, такая интрига будет. Вот как вы думаете, кто же купил этот дом? Давайте я сейчас включу камеру, здесь остановлюсь, следующая страничка вот здесь. Оп, не буду показывать. Мы с вами, оп. На следующем уроке почитаем и узнаем. А вы как думаете, ребята, кто же купил дом? Почему же Трэп не говорит? Может быть, Трэп купил, я думаю. Мне кажется, или Трэп, или дедушка. Дедушка, может быть, да. Я думаю, что Трэп просто сам себе деньги взял и купил сам. Да, вот мне тоже кажется, какая-то здесь загадка, не может быть просто так. Почему же не сказать, кому принадлежит дом? Я, если честно, забыла, не помню, читала эту книгу или нет. Просмотрю, ребята, я посмотрю немножко. Интересно, так, а вы что еще думаете? Так, каковы еще есть версии? Я думаю, что дедушка украл дом. Я не знаю дедушка. Даже. Так, дедушка и Трэп. Ну, пока есть две версии. Дедушка и Трэп. Есть у кого-то еще версии какие-то? Ну, в следующий раз будем читать и узнать. Да. Извините. А как тогда Трэп, если этот Трэп будет, ну, купил дом, как тогда он разговаривал по телефону? Может быть, он притворился?
Может. Да, может, это его друзья, он притворился своим, объяснил потом. Вот, не знаю, вот честно не знаю, вот интересно тоже, да, но мы в следующий раз с вами почитаем и узнаем, да. Что еще есть загадки или нет, ребят? Вот это две у нас версии может, с вами, будем как детективы. Может, что еще может? Теа. Может быть. Может быть, кто-то из родственников, да, может быть и Теа, интересно, да. А у Джеронима есть бабушка или мама, или папа? Бабушки там были, да, Свитфер. Дядя был там когда-то такой вот, который не любил тратить деньги. Помните, Джеронимо, не знаю, мы с вами читали это или это я сама читала. И он Джеронимо однажды вызвал, чтобы он ему целый дом там отремонтировал. Сказал, что он болеет, а он не болеет. Так вот использовал Джеронимо. Дом ему весь отремонтировать. Да, есть у него родственники такие. Ну, тоже может быть, что это мой Неймаус, тот, который в банке сам. А, может быть, да. Тоже, да, он такой вот все перепутал этот, может быть, подешевле купил дом. Тоже такое может быть. Вот видите, ребят, сколько у нас с вами версий. Ну, в следующий раз будем читать и раскроем тайну, кто же этот тайный покупатель, да, кто же это такой. Ну что, ребят, спасибо большое за чтение, за то, что читали, переводили, слушали. Слушать это тоже полезно и хорошо. До следующей субботы. Хорошо отдыхайте, кому еще учиться, хорошо сдавайте тесты, экзамены, контрольные. Лето уже здесь, поэтому, я думаю, веселее учиться. Еще немножечко, и будет больше выходных. Большое спасибо за сегодняшний день. Bye, see you. Bye. До свидания. Да. До свидания.